Во-первых, мы очень рады и горды, что стало доброй традицией именно 6 мая приезжает делегация из города Нарвы, города, с которым у нас связывают братские отношения, соглашения о сотрудничестве и дружбе. Значит, школьники, плюс взрослые ребята, представители клуба байкеров, сегодня здесь у нас Кингисеппе на эстонском кладбище. Но до этого мы возложили вместе с эстонской делегацией цветы памятнику славы. Это самое значимое место для каждого кингисеппца, где захоронены те, кто участвовал в том числе в операциях по освобождению города Нарвы после освобождения Кингисеппе. Хочу сказать, что молодцы эстонские ребята, молодцы руководство города Нарвы, что используют возможность действительно патриотического воспитания для нарвской молодежи. Несмотря на то, что сегодня во многих странах мира по-разному трактуется эта дата 9 мая, я думаю, что для большинства людей, которые помнят, осознают величие этой даты, это действительно великий праздник, день нашей победы, день победы всего прогрессивного над коричневой чумой. И я бы хотел поздравить норвегтян с этим праздником, зная, что и у вас будет демонстрация, посвященная 9 мая. У нас также в городе пройдет массовая демонстрация и массовый митинг. Мы никогда никого не приглашаем в этот день никакими официальными приглашениями. Люди от мала до велика приходят сюда, в памятное место, в рощу 500, для того, чтобы отдать дань уважения, дань памяти тем, кто погиб, защищая нашу жизнь, за наше счастливое будущее. От всей души всех с праздником, с Днем Великой Победы, и пусть в сердцах молодого поколения всегда этот праздник будет светлым и счастливым.